солнечное движение с нучаткой, да, это рубящее движение, нучатка входит назад, и в этом положении цепь у нас находится за плечом, положение ног сидзэн-дачи, к сожалению, камера не позволяет увидеть мои ноги, но это позиция сидзэн-дачи, я недавно объяснял. Левая рука обязательно у нас расположена у пояса, и кисть прижата. Вот мы должны создать такую позицию, в которой вот эта рука практически неподвижна. То есть не надо хватать нунчак, когда мы используем какие-то движения со стороны. Да? Вот нунчаку должно приходить как меч в ножны. То есть от этого положения, первое положение, еще мы учимся, да? То есть первое движение. Чуть-чуть открываем. Вот. Да, в этом положении мы оставляем нунчаку поджатый к поясу. Правая рука занимает естественное положение впереди. И когда мы научимся выполнять правильную траекторию движения второго цепа, гибко проходит как раз через середину движения. То есть кончик носа мы должны пересекать и захватывать. Как только мы почувствовали данное движение, чуть-чуть используем кощи. Да? А кощи запускаем движение первыми, и после этого следует движение на участке. Вот это первое базовое движение. В нем мы разминаемся. А следующая техника – это восьмерка, да? Восьмерка хачидзи фуми, это, скорее всего, больше